аккомпанирует Герман Макрот. Выходит ли с того старик? Узел я его.
Петербург, Петроград, Ленинград, как бы ни назывался в разные времена наш город, с его именем навеки будет связано гордое звание «Город-герой». Враги хотели стереть его с лица земли, но ничто не сломило его огромной силы духа. Пройдя сквозь все безумие войны, ленинградцы сумели сохранить самое главное — свое человеческое достоинство. И каждый из них имел полное право сказать вместе с Ольгой Бергольц: «Мы победили их, победили морально, мы осажденные ими». Город выстоял, выдержал, победил и сохранен для будущих поколений. Сегодня Санкт-Петербург – это культурный центр нашей страны. Музей под открытым небом. Он объединяет и вдохновляет талантливейших людей всего мира. Все спешат насладиться его красотами, поклониться его подвигу, прикоснуться к нему и стать маленькой частичкой его богатейшей истории и традиций. Ведь только у нас есть неповторимая ленинградская перспектива. Только в нашем городе можно гулять по гранитной набережной и любоваться разведенными мостами. Только в нашем городе наступает пора таинственных и загадочных белых ночей.
послание будущим поколениям. Но давайте заглянем в нашу сумку. Вы знаете, в нашей сумке еще остались конверты. Такие яркие. Они пустые. Эти конверты мы дарим вам, дорогие наши зрители. Каждый, кто хотел бы отправить в прошлое свое послание, выразить свои чувства и свою благодарность, сможет это сделать сегодня, сейчас. Специально, вот девчонки наши идут с этими конвертами, специально в честь сегодняшнего события и в честь предстоящего юбилея Великой Победы мы установили в нашем фойе стенд благодарности и памяти. Возьмите эти конверты и скажите спасибо тем, кто победил. Наша сегодняшняя программа, посвященная 70-летию полного снятия блокады Ленинграда, подошла к концу. В фойе на столе лежат такие же конверты, ручки. Вы можете обязательно, даже не можете, вы просто должны сегодня написать пожелания и послания ветеранам. И на стенд вам девочки помогут их прикрепить. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам пришли. С праздником вас, дорогие друзья! До новых встреч! Я хочу напомнить, что сейчас желающие могут отправиться на братское захоронение вместе с главой поселения Дмитрием Владимировичем Ушанским. Машины ждут на улице. Пожалуйста, проходите.